Сразу после внепланового объезда города глава администрации Харциска Виктория Жукова отправилась на предприятие «Харциск Электротранс», куда только вчера поступила первая партия автобусов, призванных поднять в городе пассажирские перевозки на новый уровень. Автопарк муниципального унитарного предприятия «Харциск Электротранс» пополнился 9 машинами. Только вчера они заехали на территорию предприятия и еще не успели помыться после долгой дороги. Высокопольные автобусы большого класса производства Ликинского автобусного завода передал в Донецкую Народную Республику благотворительный фонд Николая Расторгуева. При поддержке главы республики фондом Николая Расторгуева были переданы уже 9 автобусов. Ожидаем всего 15 автобусов на Большой Харциск. Сейчас отделом транспорта и курирующим замом разрабатываются маршруты, по которым будут эти автобусы обслуживать население. Конечно, это большая поддержка городу. И слава богу, что у нас появились, потому что у нас очень много поездок социальных. Это и поездки детей в цирк, и много еще различных поездок. И иногда приходится обращаться нам к частным перевозчикам. Теперь у нас уже, слава богу, есть собственные автобусы. Поэтому эту нишу мы сможем покрыть. Поэтому огромное спасибо от всех жителей нашему главе Денису Владимировичу Пушилину. Вчера в Харциск Электротрансе начали знакомство с техническими особенностями новых обитателей гаража. В горадминистрации, собственно, размышляют, по какому маршруту будут курсировать эти автобусы. Есть основания полагать, что от услуг частного перевозчика, обслуживающего сегодня городские маршруты, частично придется отказаться, поскольку теперь обеспечивать городской трафик вполне под силу и коммунальному предприятию. Полученные Харциском ЛиАЗы, конечно, не новые, но пребывают в приличном техническом состоянии. До отправки в ДНР они курсировали по хорошо асфальтированным улицам Москвы. Вообще-то автобусы этого класса и предназначены для работы в крупных городах с интенсивным пассажиропотоком. Машины комфортные, вместительные, оснащены специальными местами для колясок и для людей с ограниченными физическими возможностями. В перспективе ожидается поступление еще 6 ЛиАЗов. И вскоре на улицы городов и поселков Большого Харциска выйдет порядка 15 современных автобусов. Это позволит серьезно расширить возможности Харциска Электротранса по охвату общественным транспортом городских районов и отдельных населенных пунктов, а также продлить график движения на некоторых действующих маршрутах.